вашим услугам. Необычно. Ничего особенного.
Оставьте дворы королей! Что, торопишься на переговоры? У нас дело безотлагательной срочности, прости нас. Да-да, по вам видно. Ну ладно, ладно. Я и так уже услышал все, что хотел. И что сказали? На троне Айдирна сядет законный наследник престола. В стране настанет мир. Чего еще желать? Принц Стэннис. Он здесь? Король Стэннис. Короновался 2 дня назад. В Венгерберге. Только что прислал вестников. Все присутствующие решили, что он будет добрым королем. Принц Стэннис. Отравитель, трус и подлец. Его трясло от презрения к крестьянам. Он весь сочился презрением. Но он не заслужил смерти. Не за самосуд сражалась Саския. Принц Стэннис I, сын Димовенда III, стал 17-м королем Айдирна. Он завоевал сердца людей, стал надеждой своего народа. Разрушенному королевству был нужен властитель, который думает о подданных. Стэннис I мог стать им. Сейчас я преподам мой последний урок. Последний? Thank you.
только не поняли, в чем дело. Ah!